Сегодня у нас супер классная косметика, бюджетная, все как вы любите. Поехали! Огромный приветище! Сегодня я делюсь с вами офигенными продуктами от компании Jaya. Я уже вам о них рассказывала, в очередной раз поражена, удивлена. Не буду многословной, показываю вам, а вам уже решать, брать себе или не брать. Сегодня у нас 4 продукта из одной серии. Один из них я вам уже показывала, и в этот флакончик справа не даст вам соврать, что я его очень-очень сильно полюбила, балдею, наслаждаюсь и использую с огромным-огромным удовольствием. Но помимо него оказалось, что есть еще классные продукты, их 3, демонстрирую вам все в деталях, все в нюансах. Поехали, начнем, пожалуй, с тоника. Я напомню вам, что этот продукт просто невероятно вкусно пахнет, хорошо освежает, подходит для того, чтобы тонизировать вашу кожу как раз после того, как вы ее очистили, перед нанесением крема, подготавливает. Невероятно классный на коже, я обалдею, уже пол флакона я выхлюпала, даже чуть больше. И, конечно, оформление, и стоит обратить внимание, этот котик с ключиком, это же просто какая-то невероятная милота. Но не только котик, потому что есть еще зеркальце с помадой и пудрой. Это у нас мицеллярная водичка, для стойкого даже макияжа подходит, смывает невероятно быстро. Вам даже не нужно тереть вашу кожу, потому что вы просто наносите мицеллярную воду на ватный диск, прикладываете к вашим глазам, даже водостойкий макияж уходит просто за пару секунд. Это просто бомба. Попробуйте, вам безумно-безумно понравится. Супер мягкие очищающие ингредиенты. Я протестировала, просто забалдела, даже если вы сильно устали, если вы хотите спать, но вы хотите обязательно, не забывайте очищать кожу после макияжа перед сном, потому что некоторые девочки, даже очень взрослые девочки, забывают об этом, а это, ну, прям невероятно важно. Если вы хотите, чтобы кожа была чистая, свежая, вот прям прибалдеть перед сном, освежить ее, обязательно используем мицеллярную воду, после этого используем вот такой вот тоник, после этого используем ваш крем, крема из этой серии у меня нет, но я тоже думаю, что, возможно, его попробую и расскажу вам, как он мне. Я пробовала от фирмы Jaya когда-то давным-давно крем ночной, очень классный, тоже в восторге, из этой серии не пробовала, но, наверное, тоже очень классный, как и все продукты. Оформление невероятно кайфовое, вот вы можете видеть эти флаконы, стильные, голубоватые, вот такие вот, и это просто какое-то наслаждение для кожи. Это, вот если описать парой слов, это очень свежо, очень вкусно, очень чисто, и вот для вашей кожи прям настоящий-настоящий балдеж. Я не преувеличиваю, это истинная правда. Мицеллярную воду уже активно использую, буду чаще ее применять вместо других каких-то очищающих своих продуктов, тем более, что у меня закончилось гидрофильное масло, и пока я сижу на этой мицеллярной воде, мне безумно нравится, буду использовать, буду балдеть. Вдвоем эти два красавчика перед нанесением крема работают ну просто как котики. Ну и оформление же просто невероятно милое. Обязательно попробуйте, потому что стоит это недорого, а продукты реально-реально классные, там нет огромного количества какого-то спирта, знаете, который наносишь на вашу кожу, вроде как и тоник, вроде как и спирт, даже клиника этим грешит. А Jaya? Нет, он очень-очень легкий, не пересушивает, а вот именно увлажняет. Балдею, рекомендую, обязательно-обязательно попробуйте. Продукт, который слегка тонирует вашу кожу, но не перегружает ее. Наверняка вы знаете вот это неприятное ощущение тональных основ, когда ты как с маской. Здесь такого не будет. Оформление демонстрирую. Jaya этим просто невероятно удивляет. Это милота в каждом флакончике, вот в каждом флакончике. Я еще заходила на их профиль, а там еще столько всего красивого, просто можно обалдеть. Показываю, демонстрирую. Невероятная милота, опять все голубенькое, все красивое, все эстетичное. Вот такой вот тоненький носик, наносите его на ручку. Корректирующая основа, жиденькая, легенькая, вот такая вот капелька, которая легко-легко распределяется по вашей коже. Тонким-тонким слоем, вот таким вот образом, вы можете распределить продукт и скрыть мелкие-мелкие несовершенства вашей кожи. Вы можете использовать, если у вас совсем-совсем проблемная кожа, какие-то большие высыпания, постакне, какие-либо проблемы, сосуды, вы можете нанести эту основу, вот она уже здесь, и она не ощущается вообще, то есть это как будто бы ваша вторая кожа. И вы можете добавить сюда дополнительно еще ваш тон, или консилер, или корректор для того, чтобы замазать какие-то супер большие проблемы. Но если кожа у вас по большей части хорошая, и вы хотите слегка ее освежить, особенно сейчас, ноябрь, пасмурно, все мы бледные, чтобы слегка оттенить вашу кожу, слегка ее выровнять, для того, чтобы ее оформить и сделать, облагородить, как говорится, да, для того, чтобы сделать ее более ухоженной,
Обязательно попробуйте данный продукт, супер классный, вот она уже впиталась, ничего здесь особо не осталось, никаких жирных следов, никаких неприятных моментов в плане перепудренности, перегруженности, такой резиновой кожи нет, она просто мягенькая, она просто классная. Этот продукт не начинает блестеть супер быстро, как это бывает со многими тональными основами, это достаточно такой матирующий продукт, который помогает вам просто хорошо выглядеть, просто свежо выглядеть. И да, вы можете попробовать его использовать под ваш тональный крем, можете использовать как самостоятельный продукт, если хотите легчайшего покрытия. Здесь у нас 30 мл, как в стандартном продукте для лица, для оформления вашего лица. И вам вполне надолго, я думаю, его хватит, потому что вот реально пару капелек, он достаточно такой водянистый этот продукт. Вы можете просто нанести капельку вашего дневного крема, затем взять капельку этого продукта и просто распределить по вашему лицу. Очень-очень нежно пахнет. Мне очень нравится, что душка здесь не супер навязчивая для тех, особенно кто аллергик, кто не любит всякое такое прям вот пудровость, такая вот эта вся запах тонального крема. Многие компании этим грешат. Jaya? Нет. Обратите внимание, No Makeup Foundation, Natural Tone. Посмотрите, присмотритесь, попробуйте, если будете проходить мимо и хотите легкого покрытия. Для девушек с комбинированной и жирной кожей, у меня комбинированные и прыщики, это мои верные дружбаны, просто я всегда с ними практически парочку, вот у меня должно быть. Сейчас я подсела на эту маску, она прекрасно ухаживает за вашими прыщичками в том плане, что она их слегка подсушивает при помощи угля, который здесь присутствует в составе. Она черная. Черная маска для того, чтобы регулировать работу ваших сальных желез, которая еще и выглядит очень клево. Наносим ее. Глядите, какая она крутая. Вот такая вот черная маска для того, чтобы вас меньше мучили ваши прыщики, кожа была увлажненная и чистенькая. Отличное ощущение чистоты и увлажненности после данной маски, я вам гарантирую. Вы сможете сделать клевые себе потом селфи и сторис, и ваша кожа вам скажет спасибо, потому что вот Jaya, конкретно эта серия, это о чистоте, об увлажненности и ощущение вот такого, вот такой вот прям свежести. Это прям свежесть. И эта маска, это тоже свежесть, потому что кожное сало не будет с вами больше так активно и много проводить времени. И вы сможете понять, что кожа может сказать вам спасибо, может сказать вам, я не буду больше так сильно блестеть, потому что ты за мной ухаживаешь, ты наносишь клевые маски. Экстракт мяты, черной смородины и граната. Ну, можете даже запах представить, это очень-очень-очень свежий, классный аромат, вот тот, который мне еще понравился в тонике, я просто в него влюбилась, я тоник взяла просто из-за аромата, я не вру, и я балдею теперь каждый вечер, когда я использую данные продукты. Маску используем 1-2 раза в неделю, здесь также присутствует уголь, поэтому он отлично работает с нашими сальными железами, нормализуя их работу. Обратите внимание, продукт реально достойный, как и пока практически все, или даже все, что я пробовала от Jaya. Это просто очень круто и очень доступно. И каждая из вас может попробовать для себя разные продукты, потратить немного денег и получить реально классный эффект и кайф, потому что их упаковки, их ароматы и их вот это вот ощущение чистоты, комфорта и увлажненности, это бесценно и это очень круто, поэтому обязательно попробуйте, если вы еще не пробовали данную серию. У меня уже 4 продукта, как видите. 1, 2, 3, 4. Один из них наполовину уже вообще использован, второй уже вот столько вот. И я хочу пробовать еще, это реально круто, это реально классно. И данная серия поможет вам нормализовать работу вашей кожи, если она у вас вредная штучка, которая постоянно дает вам всякие сюрпризы, всякий некрасивый жирок, который к концу дня особенно начинает вести себя совсем-совсем плохо. Поэтому пробуйте. Я советую вам обратить внимание, продегустировать, как говорится, и оставить, конечно, в дальнейшем мне отзывы под комментарием. Обратите внимание на косметику Jaya. Уже все мои знакомые смеются от того, как я произношу это название, но это реально так. Заходила к ним в Instagram, смотрела на их фотки, на их баночки, флакончики. Я просто хочу, блин, ну практически все. Это просто кайф, это реально наслаждение. Обратите внимание, если вы пробовали что-либо от Jaya, напишите в комментариях. Возможно, мне тоже нужно бежать, покупать, тестировать и рассказывать вам, делиться вам своими с вами своими советами. В очередной раз напомню вам о том, что не забывайте подписываться на канал для того, чтобы не пропустить новые ролики.
Оставляйте в комментариях ваше мнение о данном бренде. Возможно, вы что-либо пробовали и могли бы сказать, что, знаешь, у них очень классные кремчики. Оставляйте в комментариях, потому что когда-то я уже выкладывала такое видео, вы мне сказали, что косметика Жая – это реально классная цена и классное качество. Спасибо за лайк, если видео было полезным. Я желаю вам отличного настроения. Не грустите, мы здесь с тыковками в нашем уюте. Потому что кто вам сделает уют, если не вы сами? Я вас целую. Желаю вам отличного настроения. И всем пока-пока.